канал Мэр Мося, и сегодня я покажу, как сделать вот эту вот точку, которую вы сейчас видите на экране, и если хотите, по желанию, вот эту вот полосочку. Да блин, куда ты зашел? Так, и ставим самый-самый низ. Видите, для разработчиков. Ну как эту поставить? У некоторых ее не будет. У планшете у вас может быть у телефоне. И нажимаю версия ядра и вот так вот номер сборки. Там, по-моему, будет 4 или 5 этапов. Но у меня уже, видите, для разработчиков включено. Теперь нажимаем для разработчиков. И нет, не до самого низа. Вот, видите, отображать касание. Вот это вот, видите, смотрите. Сейчас отображает касание. И на вот вы видите, вот текст почему-то здесь написано. Ну, желание можно отображать касание. Отображать нажать, но мне это не нравится. Можно так порисовать. И визуальный отклик. Это, как видите, вот это вот как раз. А выходи уже. Видите? Можно двумя. Можно 10. Если они там все отображаются, конечно. Ну и на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.